самые дорогие и редкие из новых 5 и 10 гривен монетами. Вот эта монета 5 гривен принесла 3170 гривен, а эта 2500 гривен. Узнайте прямо сейчас, какие новые монеты Украины могут принести вам реальные деньги, и их не нужно ни в коем случае отдавать в магазин, чтобы не потерять деньги. Вы увидите новые 2 гривны и 10 гривен, покрытые настоящим золотом 999 пробы. Мой канал идет к 150 тысячам подписчиков, и в честь этого я сделаю подарок и разыграю эти монеты. Условия очень просты, смотрите дальше видео. И не забудьте подписаться на канал, это как раз одно из двух условий участия в розыгрыше. Сделайте это прямо сейчас, чтобы не забыть потом. Сделали? Ну поехали! Как можно встретить дорогие новые монеты Украины? Первый вариант – это просто обращайте внимание на монеты, которые вы получаете на сдачу. Ну и второй вариант – специально просите мелочь или покупайте вот такие роллы для перебора, как я сейчас. Приготовьте обычный магнит, ну можно с холодильника. Вот, например, ролл монет 5 и 10 гривен, который мы прямо сейчас распакуем и проверим. А еще вы увидите, какую монету нашел мой подписчик, перебрав 50 тысяч гривен новыми монетами. Начинаем с ролла монет 5 гривен. Распаковываем. И на что мы обращаем в первую очередь внимание? На то, что нет ли поворота аверса относительно реверса. Ведь именно такие монеты стоят дорого и были куплены коллекционерами на сайте Виолити. Давайте посмотрим за сколько. Первая монета с таким браком была 3 марта 2020 года. Куплена всего за 1000 гривен. Совсем мало людей видело эту монету. Всего 19 человек следило, и, к сожалению, я не заметил этот лот и не успел купить. Следующая монета с таким браком вызвала большую заинтересованность. Уже 63 человека следило за торгами, и она набрала 2255 гривен. Конечно, чем больше людей узнает о вашей монете, тем больше желающих ее купить. А вот за этой монетой следило 169 человек, и монета была продана за 3170 гривен. Ссылку на раздел с редкими монетами Украины я оставлю в описании. Гляньте, есть ли там сейчас такие монеты в продаже или нет. Смотрим мои монеты. К сожалению, я пока не вижу поворотов. Кстати, они могут быть совсем маленькими, почти незаметными, но тоже стоят денег. Вот, например, тут мы видим небольшой поворот и цена на монету 220 гривен. Как вам за обычные 5 гривен? Чтобы увидеть маленький поворот, вот так разместите обычную нитку, как на фото. У мелких номиналов тоже есть такие браки. Вот, например, 50 копеек, и он тоже стоит хороших денег. 550 гривен такая монета. Обратите внимание, что у некоторых иностранных монет такое соотношение считается нормой. Вот, например, монета США, я покажу 5 центов или 25, или, например, 5 франков. Это потому, что существует два стандартных варианта соотношения сторон. Монетное и медальное. Вот это монетное соотношение у монет США. Обычные украинские монеты в медальном соотношении. И как раз это вы и проверяете. Мы обращаем внимание на повороты на всех номиналах, так как они также могут быть и на других номиналах. А какие монеты 5 и 10 гривен могут стоить еще дороже? Давайте распакуем ролл с 10 гривнами. Это монеты не в родном металле. У номинала 1 и 2 гривны и 5 и 10 используется разный металл на заготовках. Смотрите внимательно это видео до конца, и мы разберемся в ценах на эти монеты. На это очень важно обратить внимание. 1 и 2 гривны из низкоуглеродной стали с никелевым покрытием. Они легко магнитятся. Ну, о них я расскажу в следующем видео и покажу дорогие. А здесь мы разберемся с монетами 5 и 10 гривен. Тут нам как раз пригодится магнит. Мы проверим их на магнитные свойства. Монеты 5 и 10 гривен – это цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем. Они не обладают магнитным свойством, но за счет покрытия немного притягиваются. Нам интересны монеты, которые отличаются от всех остальных по магнитным свойствам. Например, монеты выполнены на заготовках из неродного металла. Давайте посмотрим короткое видео, которое снял мой подписчик и какую монету он встретил. Здравствуйте, друзья!
Это видео снято специально для YouTube канала «Фартовый коллекционер». Хотел бы с вами поделиться очень интересной находкой. А нашел я 5 гривен 2019 года. Казалось бы, вроде бы обыкновенная монета и ничего в ней нет, но это не совсем так. Эта монета была найдена среди приблизительно 10 тысяч таких же монет. То есть для того, чтобы ее найти, мне пришлось перебрать 50 тысяч гривен, приблизительно. Эта монета кардинально отличается от всех монет 2019 года. Во-первых, у нее абсолютно другой вес. То есть, если взять обыкновенную монету 5 гривен 2019 года, мы видим, а если же мы возьмем вот эту монету конкретно, которую вот я нашел, собственно, как видим, вес отличается. Нам с вами понадобится магнит, и просто подносим к обычной монете номиналом 1 гривна. Она прилипает, так что оторвать очень трудно. Теперь мы возьмем обычные 5 гривен 2019 года. Как видим, оно притягивается. И все они будут притягиваться. 5 гривен 2019 года. В большей или меньшей степени. Вот даже сразу 2 поймалось. Но если мы возьмем вот эту монету, которую я нашел, ничего не происходит. Монета полностью не магнитна. С этой стороны. С этой стороны. Мы увидели, что монета отличается от других. Лично мне таких не встречалось. Но что же с этой монетой? Скорее всего, она покрыта каким-то другим покрытием. Но почему она не притягивается? Тема новых монет Украины не изучена достаточно. Давайте узнаем, у кого есть такие монеты, чтобы понять редкость и встречаемость. Попробуем, есть ли у вас 5 гривен, которые не магнитятся совсем. И напишите, пожалуйста, в комментариях. И мы поймем, насколько это редкая монета. Однозначно стоит хороших денег 5 гривен полностью магнитные. Это такие, как 1 и 2 гривны. Они легко притягиваются магнитом. Это значит, что заготовки были перепутаны с 1 гривны и 2 на 5 гривен. Вообще, мы знаем, что еще были пробные 5 и 10 гривен 2018 года. Но, как сказали в НБУ, они хранятся у них. И там всего по 10 монет. Они очень дорогие. Итак, давайте подытожим. Первое, на что мы обращаем внимание, если отличается соотношение сторон, оно вот такое, как на этих 50 копейках. Это раз. Второе, если ваша монета вообще не магнитная, с этим мы разберемся, сколько она будет стоить. Обязательно добавим ее на сайт Violity, посмотрим, какой будет интерес. И третье, это полностью магнитные монеты 5 и 10 гривен. Конечно, есть еще монеты с каким-то браком. Это вздутие, это засорение штемпеля. Они тоже стоят денег, обязательно их откладывайте. Вот такие, как вы видите сейчас на своем экране. Как мы видим по моему роллу, каких-то супер редких монет здесь не найдено, к сожалению. Но я буду еще периодически просматривать и, думаю, поищем какие-то интересные браки. И давайте перейдем к розыгрышу. Для участия в розыгрыше 2 и 10 гривен, покрытых настоящим золотом 999 пробы от компании «Золотой слой», просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео в группе или хотя бы с одним человеком в Вайбере, в Телеграм, в WhatsApp, Facebook, где угодно. Если человек найдет редкую монету, он обязательно отблагодарит и вас за то, что вы ему показали это видео. А я определю победителя среди ваших комментариев, как только у меня на канале будет 150 тысяч подписчиков. А это будет совсем скоро, так как вы поделились моим выпуском. Ну что, поехали? До встречи в новом видео. Всем пока!